Я им написал, где вот я строитель, насчитал 13 мест, в которых можно подорвать мост. А тут 20 тысяч машин туда-сюда каждый день идут. Вот какое дело. Потому что Крымский мост и то не могли сохранить. А это такую красоту, если погубить, это 942 метра, почти километр. Да. Вот эта река Обь. Здесь вот мы пришли. Создал мне, Господи, помилуй меня. Вячеслав согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. И услышу молитву, чтобы никто не тонул в этой великой реке. Сохрани народ твой и сохрани этот мост, эту красоту, которая украшает и город. Чтобы недобрые люди, которые уничтожают взрывом мосты, не приблизились к этому прекрасному городу Барнаулу. Господи, сохрани, потому что здесь столько людей проезжает, как люди нуждаются в этом. Помоги этим злодеям, которые творят все, не допусти, дорогу не проложи, останови их безумие. Тебе, Боже, слава, Тебе хвала, Тебе честь и поклонение, слава и благодарение. И благослови тех, кто охраняет мост, чтобы не было ничего неугодного Тебе. Вразуми их выполнять искренне, чисто, по совести эту обязанность сохранения такого сокровища, которое ты дал этому городу. Аллилуйя! Хвала тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Что вас интересует, что я прихожу каждый день сюда и я молюсь, я писал это в органы, как им надо охранять. Министерство путей сообщения, в органы КГБ, ФСБ теперь, чтобы сохранили они этот мост. Его длина 940, кажется, 490. Там без нескольких метров, километр почти. Видишь как? Тут можно даже кое-что снять, посмотрите. По три, пять, в воде встали. Да еще там двоих здесь. Почти километр, не знаю, километр, длина моста. Сколько тысяч тонн здесь. И дальше не верю, там наш еще что-то строили, его натягивали. Варели, видимо, тут приваривали, а тут и тянули громадными демонтраторами. И что-то там не заладилось, сидеть раскачивал. Не нашлось специалисты, только с Москвы приехали, которые помогли готовить. Вот какое дело. Помилуй и защити. На тебя поуповает душа моя. И сохрани эту красоту и помилуй. Тебе слава за все. Аминь. Аминь. Богу слава за все. Я домой пошел. Да, с Богом. Больше я сюда не знаю, когда приду, нет. Холодно. Ну, пока каждый день прихожу. Даже сапоги сегодня надел. У меня сапоги-то были другие, шелковички.
и все чисто. Ну не важно. Главное, что тепло. Все, да. Я напрямую.